Один человек, очень уважаемый мной, просил начинать мое приветствие не просто как «Доброе утро, маленький любитель сторис», а «Доброе утро, маленький любитель сторис и один большой профессионал». Именно так он себя называет. Ладно, начнем наш день с того, что я сегодня выложил, значит, видео, которое мы с ребятами по просьбе Антохи Евстифеева, по придумке его там организовали. Ну, точнее, они организовали, я просто в теме поучаствовал. Видео очень простое, там нужно, короче, подписаться на аккаунт, на подписки на его и поучаствовать в розыгрыше. Потом, на какие подписки понравится остаться, на какие подписки не понравится отписаться. Можно вообще не участвовать, можно вообще не подписываться, не париться. Короче, смысл вообще не в этом, а смысл в том, что все, конечно же, привыкли, что вот эти конкурсы, они разводные, ну, типа, разводят людей и ничего не получают они. У нас, на самом деле, вот в этом конкурсе это первое условие, это было честность. Пожалуйста, не надо писать, блядь, сидеть про развод и про все прочее. Это сраный говна iPhone, который стоит там копейки, понимаете, при общем раскладе. И он, ну, вот его не подарить, чтобы поставить свой авторитет, ну, камон, ребята, ну что вы, как маленькие. Мне в данном разрезе просто интересна новая аудитория, потому что я хочу нести правильный смысл. Я вот лично убежден, что я его могу нести и несу. Вот. Если увидят ребята новые, я буду рад. Поэтому так. Ладно, сегодня мы начинаем с вами этап подготовки к РДС. Подготовки к этапу РДС, которым я, к сожалению, принимать участие не буду. Сегодня чуть попозже пишу, почему. На самом деле, просто потому, что не пришли запчасти на мотор, и мы его просто не успеваем физически собрать. Но на этапе я буду. Из команды и в качестве соведущего в закрытом парке, в предстартовой зоне, вместе с Колей Свистуном будем брать интервью у пилотов и спрашивать, как они до такого докатились. В общем, сейчас я еду в транспортную компанию забирать там опоры двигателя для BMW, который мы свапаем в ангаре. Потом поедем в ангар, потом поедем в ГТТ. В общем, все вам покажу, там много интересного, сюрпризов. Так что не переключайтесь. Собираем с Максом посылку в Нижний Новгород. Макс, что отправляешь, расскажи. Всю свою жизнь? Да. Почему у меня рука трясется? Может, потому что мы редуктор с тобой только что тащили, тяжеленный?